Привет! Привет, Бублик! Магнитики должны... Правильно. Нужная вещь. Это моя любимая чашка. Сначала с ней. Пытаешься набрать воду. Надо что-нибудь положить. Чай готов. Бутерброд готов. Thank you.
могу дойти. Надо положить конфетки в живот. Молодец! Спит. Папа, просыпайся. Попробуй еще. Крепко спит. Не могу дотянуть. Лежит. Интересно, откуда эта кнопочка? Папа так храпел, что все кнопки повываливались. Если громко включить, не бойся, кровь. Ну ладно. Если громко. Теперь кнопочка. Получилось! Починился!
Доброе утро, дорогой дружок. Приступим к утренней зарядке. Ноги вместе, руки вытянули вперед. Приседаем. Доброе утро, папа. Два. Выполняем наклоны туловища. Влево. Попробуй. Крепко спи. Не могу дотянуть. Высоко лежу. Интересно. Если громко включить. Кнопочки надо. Доброе утро, дорогой дружок. Приступим к утренней зарядке. Ноги вместе, руки вытянули вперед. Приседаем. Раз. Доброе утро. Два. Выполняем наклоны туловища. Влево. Поздравляем. Раз. С новым рекордом. Давай быстрее, я уже опаздываю. Я забыл кошелек на работе. Мне не хватает денег на метро. Ох уж эти мужчины, всегда им денег не хватает. Ну ладно, сейчас поищу. Лежит. Думаю, это... Лучше не...
Закрыто. Этот ключ сюда. Велосипедик заболел. Это Женины коньки. Странно, вчера они были поломаны. Наверное, Женя смогла их починить. Так не пойдет. Сокровище. Велосипедик здоров. Возьму на всякий. Придется собрать Машины побрякушки. Молодец! Я нашла деньги. Жаль, что на такси не хватит. Молодец, Пуговка. Теперь можем идти. Я забыл кошелек. Ох уж эти... Велосипедик. Еще нужно. Теперь велосипед. Сокровищ.
возьму на всякий случай. Придется собрать мат. Молодец. Думаю, это пригодится. Я нашла деньги. Молодец, Пух. Поздравляем с новым рекордом! Полина, ты опоздала. Утренник уже начался. Папа просил передать, что в городе большие пробки. Не думала, что в метро бывают пробки. А где твой костюм? Ой, кажется, папа забыл мой костюм дома. Позвоните папе на мобильный. Или отправьте смс-ку. Я бы позвонила, но телефон куда-то пропал. Миша, дай, пожалуйста, телефон. Не дам. Помоги мне собрать кубики. Ну и жадина. Теперь точно. Мышка, надо ее прогнать. Воспитательница не любит мышей. Полина, никому не рассказывай, что видела мышку в садике, хорошо? Заметана. Меткий выстрел. Починилась. Не могу дойти. Работает.
Миша, я собрала кубики. Молодец. Теперь сложи их в коробочку. Где Тати? Алфавит помнишь? Молодец. Ладно, забирай телефон. Все равно он не работает. Не хватает еще одной рельсы. Я уже отдал телефон. Телефон работает. Сергей Алексеевич, вернитесь, пожалуйста. Нет, Полина ведет себя хорошо. Вы забыли оставить ей костюм. Полина. Папа, прости. Не думала. Ой. Я бы позвонила. Миша, дай, пожалуйста. Нет, да. Ну и жаден. Теперь точно бензин кончился. Ух ты, мы... Полина! Замята! Меткий выстрел! Починил! Не хватает еще... Молодец. Где Тати? Алфавит помнишь? Молодец. Ладно. Ну вот, теперь... Сергей Алексеевич.
Поздравляем с новым рекордом! Илья, ну может хватит уже играть? Давай задачи порешаем, ведь это так интересно. Галина Сергеевна, ты говорила, что задачи нужно скачать с интернета. Пока они будут скачиваться, я немного поиграю. Я ведь записала пароль на листочке и положила его на стол. Куда же он делся? Кто-то уничтожил мой пароль. Извини, Галина Сергеевна, я играла с этим листиком, и он случайно порвался и разбросался по всей комнате. Необходим ключ. Похоже, папа кому-то из нас не доверяет. Пуговка, может, пойдешь поиграешь в куклы? Моя кукла разломалась и разбросалась по всей комнате. Обрывки надо склеить скотчем. Гениальное изобретение человечества. Так-так, посмотрим.
случилось? Интернет не работает. Есть контакт. Попробуем отвлечь. Пуговка, я починила твою куклу. Спасибо, Галина Сергеевна. Теперь помоги мне обыграть Илью, а выигрыш поделим пополам. Теперь ты должен нам с Галиной Сергеевной 20 рублей. Пошли лучше в Теплю поиграем. Нет, Пуговка, мне пора физику учить. Ну как хочешь, я дважды предлагать не буду. Полежайкин, пойдем-ка заниматься на кухне, пока Пуговка не уговорила тебя играть в куклу. Илья. Галина Сергеевна. Я ведь записала пароль. Кто-то уничтожил. Извини, Галина. Пуговка. Моя кухня. Попробуем отвлечь Пуговку куклой. Сначала подсоединим. Есть контакт. Не помню пароль. Thank you.
Я под... Спасибо. Вот и все. Теперь пошли лучше в куклы поиграть. Нет, Пугов. Ну как хоть. Слишком высоко. Не могу. Маша, нам ты кажется, я уже была. Молодец, молодец. Выбери эту штуку. Галина Сер. Куковка. Моя кукла. Сейчас уже почти выиграл. Нет, Пуговка. Ну как хоть. Лежайкин, пойдем-ка заниматься. Поздравляю.
не могу... Как это сказать? О, сконцентрироваться. Не Маша мешает. Маша, нам надо здесь позаниматься. Ты, кажется, собиралась идти на свидание. Я уже была сегодня на свидании. А следующее свидание только через час. Не буду делать диетический бутерброд, и я уйду. Вот подходящий рецепт. Курят. Некуда банку дуть. Попробуй. Сок может. Некуда банку. Сок может. Сок может. Сок может. Так, надо сок переставить. Сок может... Некуда банку. Сок может... Жакин, теперь тебе никто не мешает? Мне нет, но моему желудку мешает. Что-то очень есть захотелось. Кажется, моя карьера математика постепенно переходит в карьеру повара. Вчерашняя пицца.
выигрывал. Некоторым косвенным параметрам наблюдается дисфункция микроволновки. Чего? Чего-чего? Накрылась она. Давай починим. Только мне нужна отвертка. Тебе, Полежагин, лишь бы физику не учить. Ой, куда-то все болтики разлетелись. Высоко расположен. Все болтики собраны. Давай поможем Полежайкину. Починил. Ну все, теперь мне ничего не мешает, кроме физики. Могу. Маша, ну ты, кажется, я же была. Вот подходящий. Слишком высоко рас. Слишком высоко.
бутерброд готов. Галина Сергеевна, ну что, Полиш? Мне нет. Кажется, мы... Некоторым... Чего? Чего-чего? А. Где полежать? Ой. Вчерашняя пит. Давай поможем, Полиш. Вроде бы починить. Ну все. Решить задачу. Вроде все понятно, но как-то запутано. Так, Полежайкин, ну-ка быстро от тела от Васнецовой. Садись за эту парту поближе ко мне. Это лучшее место в классе. Не зря, значит, ношу его с собой. Все понятно. Ну вот. Что там у тебя? Шпаргалка? Давай ее сюда. Васнецова, ты, кажется, уже решила свои задачи? Убирай все со стола и жди конца урока. Нельзя ходить по классу. Тамара Ивановна будет ругаться. Ага, все понятно. Отправлю Тамаре Ивановне смс-ку от имени директора. Ага, все понятно. Ага, все понятно. Директор, скоро вернусь. Не вздумайте списывать, я вижу сквозь стены.
мальчиков. Такие красивые буквы. Будем обмениваться после урока. Давай переписывай быстрее. Я вернулась. Не ждали? Время вышло. Сдаем тетрадки. Полежайкин, ты что это так строчишь? Не иначе пришло озарение. Девчонки, вы не видели пульт от телевизора? Был где-то здесь. Недавно Пуговка обучала Бублика переключать каналы. Это же фантик из Пуговкиной коллекции. Опять разбросала по всей комнате. Вот соберу их сейчас и выкину, чтобы не мусорила. Даша расселась. Даша, отсядь? Да. Наушники снять не получится. Слишком быстро головой трясет. Даша, отсядь, пожалуйста. Да. В чем дело? Даша, отсядь, пожалуйста. Мне надо в стол заглянуть. Не дают спокойно музыку послушать. Лучше пойду в свою комнату. Завели человека. Приходится по мусоркам лазить. Полки что-нибудь полезное, надо сначала разложить эту кучу носков. Не поняла, а почему телек не включается?
Это Полежайкин со своей игровой приставкой. Подсоединил какой-то кабель и теперь ничего не показывает. Здесь все искрится. Надо сначала выключить приставку из розетки. Где-то здесь розетка была. Не могу найти свою помаду. Ты не видела? Ты нашла мою помаду? Спасибо, Женя. No problem. Не мешай, пожалуйста. Мне осталось всего 5 минуточек. Твои 5 минут могут растянуться на целый час. Пригодится. Вдруг пить захочу. Сейчас я все просушу. За фен спасибо, но не думай, что ты прощена. Кстати, после минеральной воды волосы стали лучше блестеть. Могу вытащить, крепко застрял. Полежайкин подключал. Сила есть, ума не надо. Только отпиливать. Попробуй. Собрала все фантики. Положу их в альбом. Но в следующий раз уж точно выкину. Ничего себе! Кажется, наш телевизор окончательно накрылся. Что делать? Сходи к бабушке. Может, она разрешит тебе посмотреть матч на своем телевизоре? Бабушка, можно я вечером посмотрю у тебя телек? А куда ваш делся? Неужели Васнецов докатился до того, что уже продает вещи из дома? Нет, наш телевизор уже никто не купит. Он сломался. Ну хорошо, можешь воспользоваться моей бескорыстной добротой. Только сначала собери булавки, которые я случайно рассыпала. Покорми Мурзика. А я пока схожу к подруге. Нельзя включать телевизор, пока не выполним бабушкины задания. Совесть тут ни при чем. Просто бабушка может подглядывать в замочную скважину. Бабушкины заметки. Может, завещание? Скажу потом. Thank you.
Придется покормить паука чем-то другим. Надеюсь, у бабушки есть рецепт корма. Все ясно. Еще разбегутся. Трофейный чемодан. Еще с войны. Освободить от других пауков. Фу, дерзость. Thank you.
обязательно. Музик. Кыс-кыс. Совестью можно включать телевизор. Проверим, как он работает. Неужели тоже не работает? Конечно, не работает. Он еще месяц назад сломался. Разве я не говорила? Не говорила. Вот теперь говорю, не работает. Дверь захлопнулась. Наверное, Маша закрыла, когда уходила на свидание. Все ясно. Даша сидит в наушниках и, конечно, звонок не слышит. Бабушке должен быть запасной ключ. Где запасной ключ от нашей квартиры? Посмотри в коробочке на книжной полке. Ничего себе! Откуда столько ключей? Каждый раз, когда Вознецов терял ключ и менял замок, он давал мне дубликат. Вот и насобиралась. Можно в металлолом сдавать. Придется их кажется, похож на наш, но надо проверить. А ключ-то не подходит. Поехали папе на работу. У него в кабинете был телевизор, там я посмотрю. Я туда не пущу. В приеме у отца важный клиент. К тому же он еще и единственный. В прошлой неделе твоя сестра Даша уже заходила на минуточку. Посетитель увидел черепа на ее футболке и чуть в окно не выпрыгнул. Ух ты, вот это удача. Билет на сегодняшний матч. Какая наглость. Это мне подарили. Наш новый клиент — массажист футбольной команды ЦСКА. Он подарил мне билет на сегодняшний матч. Я на футбол, конечно, не пойду. Сохраню билет на память. Билет можно скопировать на ксероксе. Тамара не заметит разницы. Зря ты с ним возишься. Все равно у него картридж закончится. Картридж от фанса может подойти для ксерокса. Листок скрутился. Тумбочка закрыта на ключ.
крышка отвалилась. Она сама. Я ничего не трогала. Тумбочка закрыта на ключ. Зачем тебе ключ от тумбочки? Папа меня просил протереть пыль в тумбочке. Что-то слишком пыльно там стало. Если нравится наводить порядок, тогда собери визитки клиентам. Потом получишь ключ. Теперь можешь и тумбочку протереть. Почти как новенькая. Все ясно. Фауса может подойти для ксерокса. Надо как-то вытащить. Как все запутанно. Yes. Картридж остановила. Надеюсь, не взорвется. Передавайте привет папе и его клиенту. Счастливо. Обязательно передам.